Да, бегут не все. И тем не менее, больше 6 тысяч участников лыжни России в Перми – один из самых высоких результатов по России. И это несмотря на то, что ночь на субботу оказалась самой холодной на неделе. Столбик термометра опустился ниже 30 градусов. Эта всероссийская массовая лыжная гонка началась в 1982 году и уже 35-я по счету. Местом проведения гонки стал спорткомплекс «Пермские медведи». Первыми на старт вышли участники «Эко-лыжни» – костюмированной гонки на 2017 метров. Также, в зависимости от возраста и навыка, можно было выбрать дистанцию в 3 и 5 километров. Всего старты прошли в 34 муниципалитетах края. Общее количество участников подсчитывается. После подведения итогов победители получили ценные призы, кубки, медали, дипломы, а также значки ГТО. А в эту пятницу еще интереснее. Ученые презентуют план 4-й промышленной революции в Прикамье. Если вы не заметили первые три, ничего. 4-я – это про экономику, построенную на использовании роботов, искусственного интеллекта, генной инженерии и общего ускорения процессов. В 3-м конгрессе ученых-экономистов в Перми примут участие около 1000 экспертов, которым предстоит порекомендовать чего-нибудь по стратегии развития Прикамья аж до 2030 года. Как говорят в классическом университете, представители власти, науки и бизнеса уже давно говорят о необходимости такой коммуникационной площадки в Перми. Причем итогом должны стать советы не из серии «Ну что, работать надо», хотя и об этом, безусловно, тоже. Для всех гостей и участников важен именно такой формат, когда на равных, на одном языке можно обсудить вопрос со стороны законодательной базы, подзаконных актов, политики министерств и ведомств, параллельно получая обратную связь от ученых, экономистов и предпринимателей. А начинается все с чего? Ну правильно, с детства. Эх, мне бы в моем детстве вот такое вот умение – печатать шоколадки на 3D-принтере. Хотя быть в форме, наверное, было бы существенно сложнее. Состязания роботов и 3D-шоколадки, и не только, потому что еще будут гонки роботов, выставка инженерных проектов. Все это в рамках открытого окружного молодежного робототехнического фестиваля «Робофест Урал», во время которого, это с 16 по 18 февраля, будут состязаться более 500 юных инженеров из Челябинской, Свердловской областей, Удмуртии и нашего Пермского края. Победители получат право участия во Всероссийском робофесте 2017, который пройдет в Москве 15-17 марта. Если мучает вопрос, что подарить на День Святого Валентина, имеет смысл обратиться к календарю знаменательных и памятных дат. День 14 февраля, безусловно, известен прежде всего как День Святого Валентина или День всех влюбленных. Однако растет число людей, которые знают еще об одном празднике, который отмечается завтра. Международный день дарения книг. За исход событий, если преподнесете второй половинке книгу, я не отвечаю. Ну, в конце концов, все зависит от воспитания. Рекомендации на сайте vetta.tv в разделе «Книжная полка». А вот о погоде сейчас расскажу. Первые дни этой недели в краевой столице начнутся с небольших снегопадов. Будет облачно, зато и воздух прогреется до отметки 8-12 градусов ниже нуля. Начиная с 16 февраля станет еще теплее. В гидрометцентре тем временем подводят первые итоги зимы. Пока оценивать, какой она была в целом, рано, но первые данные показывают, что она может быть холоднее предыдущих. Там отмечают, что с середины февраля на погоду больше будет влиять Атлантика, а не холодный сибирский антициклон, и предупреждают, что количество скопившихся осадков уже вызывает настороженность и повышенное внимание к этой проблеме. Именем изобретателя радио уроженцы Пермской губернии названы «Малая планета» за номером 3074, кратер на обратной стороне Луны, музеи, учебные заведения, институты, предприятия, улицы, теплоход, премии, медали и даже дипломы. Ему воздвигнуто не менее 18 памятников и бюстов в России и за ее пределами. Увековечиванием памяти об изобретателе занимаются 6 музеев и ни одного в Пермском крае. Сегодня день памяти Александра Попова. А вот день российских студенческих отрядов установлен в соответствии с указом президента от 21 февраля 2015 года, номер 86. Впервые на государственном уровне праздник отметили 17 февраля прошлого года. Еще бы, у нас 18 миллионов людей, прошедших через отрядное движение в прошлом.
Они будут отмечать и в эту пятницу. Но до пятницы целая неделя, и я рад, что вы встречаете ее с нами. Оставайтесь.